И всем привет, меня Александр Сучков, и сегодня такое интересное видео, когда я опять его снял с веб-камерой. Ладно, сегодня, как я уже, наверное, вы поняли, как я уже сказал раньше в своем стриме на Твиче, я сказал, что я вернусь опять в Warface, а именно прошло где-то дней 7-8, может быть 9. Ну, где-то, короче, 10 дней максимум, как я не снимал про Warface, да. И так как сегодня июнь, а именно сегодня 7 июня, возможно, я этот видеоролик выложу не 7 июня, а другого числа какого-то, ну, короче, поймем. Потому что я выкладываю по очереди их, то есть в очереди сейчас уже стоят видеоролики, поэтому этот видеоролик может выйдет завтра, 8 числа, а может даже 9, а может даже 10. Ну, ладно, это не важно. В чем прикол? Мы сегодня будем играть в... спецку опять, но сначала давайте посмотрим склад, что у нас изменилось. Добавился новый ранг в игру. Это первое, то, что я хотел сказать. Во-вторых, я получил сразу универсальный нож, кабар, вот он, можно посмотреть его в этом, как его назвать-то, полигоне. Вот, извиняюсь. Вот он, да. Вот, значит, смотрите, вот. Вот, подождите, вот, да. Вот он, наш нож. Как он вот режет, вот. Вот так он вот режет. Довольно-таки долго он режет, но я думаю, сила у него хорошая, я думаю. Смотрите, вообще идеально. Ладно. И сегодня мы будем играть опять в спецку. Я не знаю в какую, давайте просто проверим в какую. Потому что этот видеоролик будет загружаться на YouTube очень долго. И я не знаю, что с этим будет. Ладно. Так. Мы возьмем что? Мы возьмем... Аук у меня закончился, ладно. Мы возьмем. Я даже не знаю, что взять-то, блин. Короче, ладно, мы играем сегодня, как я уже сказал, в этот, как его. Понятно, во что уже. Мы играем во вулкан. Если не ошибаюсь, мы играем в вулкан. А это значит то, что мы должны взять такое вот оружие, да. Дальше. Мы взяли его. Значит, тут все как и было. Так, здесь у нас все не закончились. Так. Больше тут ничего нельзя брать. Мы будем играть за штурмовика. Снаряжение, давайте я посмотрю, как у меня есть. Я не знаю. Какой из них лучше? Броня автоматическая, еще есть. Взрывчатки. Ладно. Будет такая. Здесь такая, ладно. Ладно. Как бы пофиг. Так, спецки. И мы проходим сегодня вулкан на хардкоре, да. Да. И мы проверим сегодня, возможно ли пройти вулкан на хардкоре и с помощью вот таких вот пушек. Мы проверим, ну, конечно, мы опять будем в минусе, потому что вряд ли мы пройдем. Но у меня есть два знака, так что мы проверим это все. Все это дело, поиграем, проверим. Все, в общем, сделаем так, чтобы я вам доказал, что пройти вулкан на хардкоре возможно. И доказываю, что он у меня есть вообще. Так, на этом аккаунте я имею в виду. Потому что на другом аккаунте у меня уже 80 какой-то ранг. Третий, что ли, уже? Если подумать так. Если был 80-й, добавили еще 3 ранга, то это где-то 83-й. У меня ранг уже. Ну, который новый добавили, у меня уже на втором аккаунте такой ранг. Да, я про него не снимаю видеоролики, но все равно, ладно. Он секретный аккаунт, чтобы вы не узнали мой ник, поэтому... Ладно. На втором аккаунте выходит... Ой, на втором канале выходит именно про первый аккаунт видеоролики. А на этом канале про это. Ладно. Так. Значит, мы берем на ПП, штык для ПП. Потому что мне нужен штык для ПП. Уж поверьте, он мне нужен. Теперь ждем. Ожидание сервера. В чем прикол? Мы играем в вулкан на хардкоре. Понимаете, если мы сольем, а мы сольем... да, это будет, конечно, не круто, но мы сольем это точно, ребят. Вот
Да, потому что у нас в команде два медика. О, кстати, ребят, крутая у нас команда. Может так сказать, конечно. Вот этот вот медик, конечно, сольет. Он, потому что сливальчик. Это точно. Ну ладно, это не важно, может он не сольет. Это вулкан на хардкоре. Понимаете, это не профи. Это хардкор, вы понимаете? Потому что профи это профи. А хардкор это совсем другое дело, понимаете? Здесь все совсем по-другому. И чтобы там пройти хардкор, это очень довольно-таки сложно будет пройти его. Но я попробую, я попытаюсь, я, не знаю, попробовать, наверное, все-таки нужно будет. Ну, так как я так долго готовился, я надеюсь, я хотя бы не сразу солью эту игру. Может, даже вообще не солью. Не, ну, во всяком случае, я все равно солью и воспользуюсь знаком. Ну, если такое вот, какое-нибудь такое будет. Но если какой-нибудь чел просто нас всех переубивает, как всегда, это будет, конечно, минусом. Но это не важно, ребят. Мы будем играть в хардкор, в вулкане, еще все загрузится, все будет нормально. Все, мы начали. Внимание! Так. Наши спутники засекли повышенную активность в секторе N26. Там расположен некий медицинский комплекс. Ладно. По бумагам в нем ведутся исследования горячих источников. Медик, ты пидор. Не топовая Дима, ребят. А, средства, я вам сказал, кто средства это. Наверное, есть это еще. Потому что раз он средства, а мне недалеко до него. Он недалеко от меня. Ранка. Главное, чтобы от них не ходили, твари. Твою мать! Мать, медик! Узнаю Урсулу и ее тщеславие. Только ей могло прийти в голову использовать свою рожу для компьютерной системы. Погнали. Так, ладно, дальше идем. Тихо. Все. Готов. Тут дофига опыта дают. Так. Извини, не спачков. Знаю, какие пилюли они штампуют, но охрана тут круче, чем у Аберона. Будьте начеку. Ха. Так. Я играл в хардкоре. Так, в хардкоре. Так, дальше. Значит, чё? Идём сюда. Так. 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 Там. Так. Тихо. Твою мать. Тихо. А, все нормально. Опа. Медик. Медик. А, один покинул уже. Все, этот как он. Сливальщик. Слил. На первых этажах самые простые турели. Кодовое имя Кобра. Но не пытайтесь атаковать их лом. Последствия будут печальными. Нужен тут еще. Тихо. Тихо, ёп. Ай-яй-яй. Медик, 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 медик. Оставайтесь на месте. Служба безопасности скоро прибудет. У этих турелей очень прочная броня. Цельтесь в механические части. Мне нужен врач. Я сейчас прицелюсь, попрошу. Твою мать! Нифига она стреляет, кобра. Давай, резай, 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 резай. Твою мать. Внимание! Вы не имеете права находиться в этой зоне. Ваш пропуск аннулирован. Блин, топ, болит. Медик, медик, медик.
наконец. Дождитесь, спасибо. Пока персонал отведет вас. Так, окей. Молодцы. Тихо, 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 тихо. Нифига. Меня подстрелили. Нужен враг. Ладно. Так намного лучше. Это хард. Тебе благодарю за помощь. Там падла, как говорится. Ваш пропуск недействителен. Оставайтесь на месте. До прибытия сотрудников службы охраны. Давай, 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 давай. Сюда! Нужен враг! Будет немного. Спасибо, док. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 он меня не видит. Внимание! Вы входите в запретную зону. Немедленно покиньте ее. Тихо, тихо. Вот, все. Так. Так. Не мечтал об этом, типа. Так. Топ-тимы, ребята. Тихо. Вот это в меди хороший. Чел. Это закрытый объект. Оставайтесь на месте. Служба безопасности скоро прибудет. Я на первом аккаунте. Вы приближаетесь к опасной зоне. Дождитесь, пока тишина вот отведет сейчас вас к выходу. Сольем, не сольем, чел. Погодь, погодь, погодь. Тихо, блин. Пора выдвигаться. Я. Код 104S. Посторонние в закрытом секторе. Службе охраны немедленно найти нарушителей. Дождитесь, пока персонал отведет вас к выходу. Я прикрываю.
приближаетесь к опасной зоне. Дождитесь, пока персонал отведет вас к выходу. Все, я слился, в общем. Все, один знак. Внимание! Вы входите в запретную зону. Немедленно покиньте ее. Вот так закончилась наша игра. Но мы еще раз попробуем. Потом. Потом. Ну, то есть. Сейчас, но для вас потом. Потому что. Потом, в общем. Мы попробуем это все пройти. Попытаемся, попробуем. Возможно, у нас что-то и получится, но я что-то, ребят, не уверен, то, что мы вообще сможем пройти это все дело, но возможно, нам повезет когда-нибудь, мы пройдем, точнее, всю эту хрень. Ладно. Ну а сейчас, что я могу сказать, это счастливые часы в Warface. Тут даже так написано. Миссия провалена на втором этаже. Но я до 10 доходил, но я про это не снимал. Так, мне дали все-таки опыт эту чуть. Ну ладно. В следующем видеоролике вы увидите тоже хардкор. Но сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.